Активисты Одинцовского отделения «Единой России» вместе с начальником окружного управления образования Ольгой Ткачевой посетили детский лагерь с дневным пребыванием «Солнечный», расположенный в Одинцовском центре эстетического воспитания. Партийцы проверили обеспечение пожарной безопасности, пропускного режима и наличие планов эвакуации, а также изучили журналы безопасности. Особое внимание уделили системе видеонаблюдения. Как отметили партийцы, все видеокамеры исправны.